А цены в Курске продолжают падать. Таков результат еженедельного мониторинга. Хотите знать, где купить подешевле? На сельскохозяйственном рынке по проспекту Хрущева. Стоимость продукции местных производителей там на 20% ниже, чем в торговых центрах. Например, на свинину на 10-20 рублей за килограмм. Картофель, морковь, яблоки, абрикосы, выращенные в Курской области. Крестьяне и дачники продают свою продукцию без посредников. Нам удобно здесь. Мы торгуем, люди здесь есть, все подходят, нам берут. Мы тут небольшие цены ставим, чтобы люди брали. Отлично, просто отлично, удобно в городе. Всегда есть места свободные. Хорошие контролеры подскажут, где встать. Очень хороший рынок. Мы очень рады, что он рядом с нами. Здесь можно купить домашнюю продукцию. Без никаких химикатов. Очень нравится, все очень хорошо. Единственный минус, который отмечают куряне, недостаточное количество транспорта. Здесь остановок нет. Вот они, близко нет остановок. Людей очень, видите, мало покупателей. И нам очень неудобно добираться с дачи, например, это пересадки. Сельскохозяйственный рынок на проспекте Хрущева ждет покупателей ежедневно. С 8 утра до 8 вечера, в понедельник до 15:00.